Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать в понедельник, не принято предпринимать, например, в пятницу. Строгое следование масленичным традициям, как считали наши предки, оберегало человека весь оставшийся год. В этот период ты стар и млад, пек блины, поминал усопших, собирался с семьями, прощал недругов и дарил друг другу подарки. Мы решили уточнить у жителей областной столицы, что конкретно они делают на масленицу. Что знают об этом празднике и какой смысл вкладывают, и вот что они нам ответили. Блины обязательно, в гости ходим. Ну вот на праздник у нас здесь устраивают в Парке Победы, в Центральном парке. Блины будем печь всю неделю, уже начали с сегодняшнего дня, была утренняя партия. Старшие поколения все знают масленицу, правда же масленица, правда зимы, как раньше было, подгоняли под это дело, под эту тему. Как обычный праздник, то есть нет такого, что мы отмечаем, там что-то нет. Да, просто напечем блины, поедим, все. Блины, конечно, мы на масленицу едим за раз, я не знаю, ну штук 5 съесть могу. А готовим все вместе, в принципе, и мама, и бабушка, и я могу сготовить разные блины. Ну, это еще до принятия христианства, насколько я помню, это такие русские народные традиции. Ивана Купала, масленица, вот это из этой серии. Наверное, это здорово. Взять у блинов напеку. Наверное, сегодня даже.